благотворительная акция «С мира по листочку». Каждый из нас может помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Уже 13 лет волонтерский центр «Радость моя» проводит традиционную осеннюю акцию «С мира по листочку». Ее цель – собрать пожертвования от горожан для закупки канцтоваров. Благодаря акции каждый может помочь нуждающимся и внести свой вклад в подготовку школьников к новому учебному году. Вот даже само название говорит за себя, то, что от каждого по чуть-чуть и будет уже одно большое доброе дело. То есть вот ребята помогают, гимназисты, обычные студенты и, как сказать, вот народ, то есть пожертвования. Кто-то игрушки приносит, канцтовары, одежду, кто-то деньги жертвует. Леонид Куксенко участвует в благотворительных акциях уже 2 года. Он считает, что в сложных ситуациях можно помочь не только финансово. По словам Леонида, важно показать людям пример доброты и неравнодушия, и тогда они сами захотят помочь. Собрать малоимущие семьи ребенка к школе – это на самом деле сложно. Такие акции помогают таким семьям, у которых есть ребенок-инвалид. И, как сказать, люди смотрят то, что видит кто-то, то, что кто-то делает доброе дело, что-то хорошее, они думают, вот, доброе дело, может, я тоже сделаю какое-то доброе дело большое. Для тех, кто предпочитает не носить с собой наличные, но хочет помочь, волонтеры раздают флаеры с QR-кодом электронного сбора. Перечисление приходит на специальную карту волонтера, ответственного за сбор средств. Следующий очный сбор в торговых центрах состоится с 6 по 8 августа. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.